Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Я нахожусь в Санкт-Петербурге. Прогулка моя продолжается. Я сейчас нахожусь, как вы узнали, возле крейсера «Авроры». Пойду в сторону площади Ленина и буду снимать все, что вижу. Туда на экскурсию я не пойду, это долгое время, а мне время надо рассчитывать. Кто, если что знает, по-моему, у меня были зрители, которые из Санкт-Петербурга, но пока никто не пишет, что это там за памятные места, или это то, что я знаю, то говорю, но мало что знаю. Вот смотрите. Матросы с «Авроры». Это, конечно... Продублируем, конечно. Так, вот, пожалуйста, и... можно ура, сфотографироваться. Ура! А здесь в эпоху Петра Первого нарядились. Ну, всякие эпохи тут переплелись. Покажите магнитики. 60 рублей, смотрите. Здесь с «Авророй» дневной Петербург, все виды города. Это просто тоже Дворцовая площадь, разводные мосты. Это ночной Петербург с Петергофом, Эрмитажем. Целый набор, 9 штук, 150 рублей. Взяла магнитики ночного города. Буду знакомым дарить магнитики. Здесь вот где-то я видела, памятник стоит, но отсюда не видно. Кто знает, скажите. Прям я напротив стою. Сегодня обещали дождь. Ну, вот именно над этим местом небо голубое, нет облаков. Напротив, на том берегу. Сейчас пойду на тот берег через этот мост и тоже сниму. Там очень красивая панорама. Вот можно поехать на таком судне. Экскурсия по городу на Неве. Но я пешком. Ни на каком транспорте. Вам буду показывать. И вы будете чувствовать, что идете сами и смотрите все это, всю эту красоту. Такие облака. Хочу показать, там вот парень, удочки у него, и он будет ловить рыбу. Ну, я не знаю, какая тут рыба есть, может, для кошечек только. Мне кажется, здесь, видите, катаются на
Ой, кошмар, как он это, туда-сюда. Ой, никогда я не буду кататься, мне так страшно. Налаживает удочку свою, будет ловить рыбу. Что он тут поймает, интересно? Красивые. А это... Вот он. Такие облака, как будто их сбили. Прям такие пушистые. А здесь вот уже потемнее небо. Представляете, вот такое вот голубое небо. Я вообще удивляюсь. Ну, вчера был сильный дождь. Вот здесь спуск. Ой. Неровности. Все гранитом сделано, мост. Здесь вот такая вот панорама. Мосты раздвигают. Где-то я видела мост поднятый, но что-то сейчас не вижу. Много самокатов, видите? Навстречу и велосипедистов много. Я уже не первый раз встречаю свадьбу. И вот там поднимались по лесенке тоже молодожены. Невеста с женихом. Вот, и я тоже. Вот пошли через дорогу. Невеста. Свадьба, короче. А я пойду направо. Вот по этой пешеходной дорожке. Здесь, может, не так видно будет, но все равно буду снимать. Так искрится река на солнышке. Прогулочный катерок с такой площадкой. Люди там смотрят. Ну, мне кажется, я не смогу. Или укачает, или еще что-нибудь. Не буду даже пытаться.